Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим вкусное блюдо – курочку в кефире. Это блюдо мы будем готовить сразу вместе с гарниром. И мне кажется, такое блюдо прекрасно подойдет для особого случая – на праздничный стол. Пишите мне в комментариях, как вы считаете. А как это все сделать быстро, легко и просто, я сейчас расскажу и покажу. А вы не забудьте поставить лайк, если видео понравилось. Берем удобную большую миску и готовим маринад. Я беру 2 зубчика чеснока, их нужно выдавить через чеснокодавилку. Сюда же высыпаем неполную столовую ложку без горки соли, чайную ложку кориандра, хлопья сладкого перца. Обязательно я сюда добавляю паприку. Совсем немного смеси перцев добавим. Четверть чайной ложки примерно. Вы, конечно, можете маринад готовить по своему вкусу. Я предлагаю свой вариант. Еще я добавляю аджику, столовую ложку. И всю эту красоту я заливаю кефиром. У меня здесь 400 мл. Жирность любая. И хорошенечко все перемешиваем. Маринад уже получается очень красивый и очень ароматный. Мясо, чтобы лучше промариновалось, я его потыкаю вот так вот ножом. У меня сегодня голени, их килограмм. Вы можете взять совершенно любые части курицы, можно целую курицу порезать на порционные кусочки, и тоже будет замечательно. Так курочка и быстрее, и вкуснее промаринуется. Подготовленные кусочки курочки мы перекладываем в маринад. Перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в маринаде, хорошо промариновался. Накрываем крышкой или пленкой и оставляем при комнатной температуре мариноваться 2 часа. Если вы оставляете на ночь, обязательно убирайте в холодильник. Для вас 2 часа пролетели незаметно, а я за это время начистила картошки 1,5 килограмма и уже успела немного отдохнуть. Мясо замариновалось и сейчас будем его выкладывать на противень. Совсем чуть-чуть растительного масла, 30 мл достаточно будет. И смажем противень. И теперь красиво выложим наши голени. Посмотрите, сколько маринада. Какая красота. Ну а сейчас совсем все просто. Картошку разрезаем на 4 части вдоль. И отправляем в миску, где мариновалось мясо. Сюда же в кефирный маринад. Картошки я добавляю столовую ложку соли без горки и хорошенько все рукой вымешиваем. Каждый кусочек картошки покрыт должен быть маринадом и сразу же выкладываем на противень. Да, сейчас уже самое время разогревать духовку. Она должна быть горячая. Ставим на 200 градусов. Картошка в этом рецепте тоже получается, но очень вкусная, поэтому я всегда побольше ее стараюсь добавлять. Выкладываем все равномерно одним слоем, чтобы равномерно у нас все и проготовилось, прожарилось, пропеклось. И оставшимся маринадом заливаем. И отправляем запекаться. Температура духовки 200 градусов. Запекаем 40-50 минут. Смотрим по готовности. Картошка должна быть внутри мягкая, сверху золотистая корочка. Но и мясо тем более должно подрумяниться и пахнуть очень вкусно. Моя курочка в кефире с картошкой запекалась 50 минут. Вы посмотрите на эту красоту. У меня просто нет сил уже вдыхать эти ароматы. Очень румяная картошка сверху. Внутри она мягенькая. Посмотрите, кефир превратился в очаровательный соус. Он очень вкусный. И какое прекрасное мясо. Оно уже просто отходит от косточек. Невероятная вкуснятина. Давайте скорее уже насыпать и пробовать. Курочку. И, конечно же, очень вкусную картошку в соусе.
зажаренная, ароматная, очень аппетитная картошечка получилась. Она не менее вкусная, чем сама курочка. Обожаю этот момент дегустации. Блюдо приготовлено, на кухне развиваются обалденные вкусные ароматы, и я могу уже наслаждаться этим вкуснейшим блюдом. Посмотрите, какая прекрасная картошка. А курочка, золотистая курочка. Мясо так и отделяется. Ну просто вау, тут даже слов нет. И если вам понравился мой рецепт, а я думаю, он вам очень понравился, поделитесь им с друзьями. Ставьте лайки, свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать мой Instagram. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую, прощаюсь с вами, до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!